Все эти стоят. То есть размер на D5, он не дает, он как, ну что такое конь вот здесь? Достаточно одного хода, и конь вообще не играющий, в принципе. Потом, а где игра? Игра вот в такой структуре может быть только через Е4. Тогда изолятор это будет вообще безнадежно слабый. И фигуры-то неправильно стоят, даже для изолятора. А где белые-то играют? А черные очень легко, элементарно расставляют конь D7, C5, ладья C8, все. По центру на Е4 поле у них контролируется. И игры у белых такого не существует. Поэтому рыбка уже здесь дает минус немножко. Минус 0,12, что она показывает, что у черных уже. Итак, размер на D5 нас не волнует. Мы просто, ну, неправильно. По структуре. По пешечной структуре это не ход. Итак. Еще какие два хода? Ну что, мы напали на пешку. А? B3 и? Через B3. Нет, а через 54? Ну ты дай его уж. А можно разве? Так, ну сейчас посмотрим. Итак, по большому счету, раз размен их не устраивает, они должны либо... пешку надо защищать. Тогда либо B3, либо через B3. 54. Ну-ка, ну давайте все-таки проверим, не надо оставлять за собой каких-то проблем. 54. И что?